Спасибо большое за поздравления. Матч был здоровский, играли в свое удовольствие. Девочки молодцы, выкладывались на все, даже не 100%, а 200%. Двигаемся в полуфинал, будем готовиться к нему. Ну, девочки все равно старались как играть тоже в футбол. Но мы старались все равно навязывать свою игру, что у нас это и получилось. Это видно по счету, по игре. Но мы выходили не с тем, что мы 100% выиграем. Все равно надо готовиться к любому матчу, какой бы соперник ни был. Тренерский штаб нам говорил, что ни в коем случае нельзя вот расслабляться. Вот отыграйте хорошо матч, потом уже будете расслабляться.